Всем колоссальный привет! Сегодня я готовлю легкое, вкусное и полезное блюдо. Вот так это блюдо выглядит порционно. Я назвала его «Лето в мешочке». Так, для начала я беру небольшой отрезок фольги, немного смажу маслечком, так, маслом, и выкладываю нарезанные грибы, сырые шампиньоны. Можно с грибами, можно без. Сверху мясо. Здесь у меня кусочки куриного бедра. Присолю, можно филе, можно любое мясо. Так, добавлю чесночок сухой и перчик. Кстати, с печеночкой тоже будет очень вкусно. Так, дальше яблочко, ложечку очищенного, нарезанного. Яблочко и изюм промытый. Все, готово. Собираю фольгу в мешочек, вот так со всех сторон. Складываю, хвостик сформировала, готово. У меня получилось 4 мешочка. Дальше беру противень, тоже застелила фольгой, и выкладываю полученные мешочки. Запекать буду в духовке при температуре 180 градусов, ну, примерно 20-25 минут до готовности. Готовы мои мешочки, готово мое блюдо. Так, снимаю его с противня, иди сюда. Вот, 4 мешочка. И покажу, как блюдо выглядит внутри. Ой, аромат какой. Поняли, мяско можно любое. Прекрасно. Выложила я на блюдо эту порцию. Немножечко украшу тарелочку для красоты. Все, блюдо готово. Вкусное и полезное. Всем приятного аппетита. Пока-пока.